Уже на протяжении нескольких недель работники коммунальных служб прибирают Майдан, прибирают улицу Крещатик и прилегающие к Крещатику улицы. Наведен порядок, убирается территория. Сегодня группой людей, находящихся на Майдане, было нападение на представителей коммунальных служб. У них отобрали технику, их закидывали камнями. Я обратился к начальнику киевской милиции предпринять меры для защиты коммунальных работников, для защиты киевлян. В результате действий было задержано несколько человек. Был обнаружен гранатомет в центре города Киева на Крещатике, автоматы, большое количество патронов. Более того, одна интересная вещь – российские паспорта и российские деньги. Какая-то интересная связь, вещи состыковываются, как странно. Я уверен, ключевым заданием на сегодняшний день, на основании огромного количества тысяч обращений киевлян с просьбой навести порядок, сегодняшний день самым ключевым заданием – наведение порядка и безопасность для каждого в нашей стране, в том числе для жителей столицы. И уверен, что на сегодняшний день милиция должна навести порядок в городе для того, чтобы таких случаев больше не повторялось.